как люди идут. Сколько этот час. Представляете? А дальше что будет? Все идут, и местные, и приезжают из других штатов, и из районов. И все должны побывать здесь. Вот это начальный номер 90. Пока их 90. Они все принадлежат частным лицам. Хотя я все время раньше думал, что это принадлежит, ну, City Council или кому-то. Да. Цены за них, я вам тоже скажу, не дешево, чтобы позагорать. Но они, наверное, сдают в аренду, не важно. Ну, красиво, достопримечательность пляжа. Абориген. Каждый умудряется как-то сделать покрасивее и достопримечательнее. Люди возле него сидят, потому что как-то интересно. А детям холод, тепло, жара. Все, ладно, молодцы. Я помню, мы тоже такие были. Мы приближаемся. Сейчас я вам покажу главную достопримечательность. Так что, если вы когда-то будете, вы должны сюда приехать и сфотографироваться здесь. Это будет доказательство, что вы были в Мельбурне. Понимаете? Вон, видите? Люди все приходят обязательно там фотографироваться. Все загородили, а его оставили. Он предпоследний. Вот. Вот знаменитый бокс. Наши растения прибрежные. Чуть ли не ягоды. Везде кустарники.